Экнос находится в городе Лимассол. Вот здесь это место, это называется Старый порт или Old Port. Это одно из самых живописных мест в городе. Здесь его построили совершенно недавно. Здесь куча всяких кафешек и прочей инфраструктуры для туристов. Здесь достаточно красиво. Вот на этой площади постоянно проводятся всякие ивенты, мероприятия, в том числе спортивные. Здесь старые рыбацкие лодки. Пацаны собрались покататься. GoPro-шная. GoPro Sony Edition 4000. Нет, стабилизатор здесь уже внутри встроенный. Hello. Здравствуйте. Сейчас я. А, тут репортаж. Ты ж первый, второй, третий запух? Да. Я на первый сяду туда. Вот так вот проводить обеденное время. Первую половину дня упорно поработаешь, достигнешь каких-нибудь результатов, потом нужно будет переключиться между первой и второй, и это время отлично заполняет обед и катание на водных мотоциклах, которые у нас, кстати, дело корпоративное. Можно в любое время взять и просто поехать, куда глаза глядят. Ну, естественно, больше часа ты не проедешь, потому что все-таки надоедает. К хорошему тоже быстро привыкаешь. Сзади меня лодка Победа. Победа Лимассол. Наверное, русские владеют. Don't you know who is owner of this boat? It's from Russia? This one? Yeah. Russia is yachted it. In Russia there is a film, Captain Врунгель, where Победа. Yeah, exactly. Actually, this is one of the reasons he named it after this, because he No, 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 sir, sir. This is our Yours. Have you seen this film? No, I haven't. I recommend you. Okay. Molly. Molly, when did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia? Здесь недалеко. Если на велосипеде до офиса мне 8 минут где-то, 6-8, то на джете минуты 4. Покатались. Замерзли. Сейчас поедем в сауну отогреваться. И потом на работу. Лухарь и Вилаж. Стоят виллы, а возле них яхты.
красота. Нашего офиса. А вот те самые корабли, которые мы сейчас снимали, катаясь на джетах. Здесь мы летом играем. И он даже под крышей. Эта крыша закрывается, чтобы солнце не мешало. Как ни странно, солнце часто мешает. Паша, расскажи что-нибудь про тестирование. Тестирование это хорошо. Тестирование это хорошо. У нас конференция будет. Когда? Через неделю. Метап. В смысле, прямо здесь? В Лимассоле, что ли? Оператор нужен ночью будет. Не, это прикольно. Выходные? Нет, четверг. Кто будет вещать? Раз, два, три. И что, рассказывать будете? Про тестирование. Хорошо. Так и живем, так и работаем. Закончился мой рабочий день. Еду домой. Сегодня я офигенно устал. Сейчас Кипр живет по московскому времени. Здесь есть также переход на зимнее время. И чем мне нравится весна, вот лето, потому что здесь светло. Темнеет очень рано. И очень быстро, причем, буквально за полчаса. Вот так вот выглядит обычная наша вечерняя прогулка. Отца двоих детей. Вот один ребенок. Едет, песни напевает. Слушает музыку в плеере. Вот второй в кенгурушке висит. Маму мы успешно отправили в спортзал, а сами пошли погулять вечером. Сейчас весна, погода отличная. Вообще люблю на самом деле проводить время с детьми. После рабочего дня это основное, чем я занимаюсь. Постоянно гуляем вдоль моря. Алиса ездит на велике или на роликах, или на самокате, или просто бегает. Гуляя с друзьями, а мы с Ваней просто ходим и в его возрасте 5-месячном пока только созерцаем красоту, которая вокруг нас.